Привет, друзья! И снова у нас вот такая вот посылочка. На этот раз у нас дворники для Форда C-Max. Вот такая, можно сказать, огромная штукенция. Сейчас даже возьмем, померяем длину посылки. Длина посылки 73 сантиметра. Значит, отправлялась эта посылка со склада в Подольске. Ну, написано, что абонентский ящик 48, московский АСЦ, но на самом деле почему-то она отслеживалась у нас с Подольска. Ну, не знаю. Пришла в целости и сохранности, пришла что-то порядка, ну, по-моему, в течение 5, может быть, 7 дней. В общем, очень был удивлен. Можно заказать как с Китая, так и со склада в России. Стоимость посылки, что-то я точно не помню, по-моему, или $12. Или 11 с чем-то. Ну, точно не помню. Я оставлю ссылку под видео. Посмотрите, кому будет интересно. Ну, давайте посмотрим, что внутри. Аккуратненько вскроем, потому что данная посылка не мне. Данная посылка моему коллеге по работе. Поэтому буду вскрывать все аккуратно. Мало ли что-то не так, чтобы можно было потом вернуть. Предъявить какие-то претензии. Так, ну, такая вот этикеточка изначально была, непонятно что куда. Так, что же тут внутри, давайте посмотрим. Не хочется мне это все запороть, поэтому будем делать все аккуратно. Ух ты, тут что-то тут интересное. Я такого, честно говоря, раньше не видел. Так, раз и два. Не знаю, как оно должно выглядеть. Ну, в принципе, ничего, так упаковочка пойдет для нашей местности. Так, тут какой-то штрих-код с какими-то номерками. Тут тоже, ну, не видно сильно, ну, так, наверное, будет нормально видно. Давайте вскрывать дальше. Тут даже можем обойтись без ножа. Так. Так, ну, чтобы... А, хотя хотел обрезать, но все-таки, видимо, получится вскрыть и так. Ну, в общем, что мы видим? Две вот таких вот упаковочки. Так, а как же вскрывать? А вскрывать очень просто. Вот здесь вот на скрепке закрыто. Так. Так, как же так можно и пальцы поранить, я извиняюсь. Так, ну ладно, ради видеообзоров чего только не сделаешь. Специальной приспособы нет у меня, чтобы вскрывать скрепки. Так, ой-ой-ой. Что же делать тут дальше? Так. Раз, два. Так, скрепки. С этой стороны все окей. Так. Вытаскиваем. Что мы тут видим? Так. Вот такая упаковочка. Мы ее в сторону убираем. Ну, вот так вот слегка она помялась, пока путешествовала. Так, кратко, я так понимаю, инструкция. Так, давайте измерим длину коробочки. Я думаю, сильно отличаться не будет. Так, длина коробочки 71, ну, 71,5 сантиметр. Так, что же внутри? Что внутри, что внутри? Так, что у нас так? А, All Season, C, Clean Liners, S, Silence, D, Durability. Ну, не знаю, что это означает. 10 в 1, мультиадаптер. Ну, Super Magic, Magic Fit, Refresh. Ну, господа, честно говоря, не знаю. Так, и, вот тут вот 710 написано. 710 миллиметров. Такая вот шкала. Так. Ага. Правильно. Один дворник он заказывал.
Так, вот такой вот. Вот такой вот. Я не знаю, как это называть. А, это, наверное, защитный какой-то, не знаю, чехольчик или... Так, вот такой вот он. Давайте снимем. Мягенький, мягенький, мягенький. Так, резиновый дворничек. Вот эта часть тоже резина. Гнется. Хотя, видите, это, да, резиновое покрытие внутри дворника. Находится еще вот такая вот вставка. Я так понимаю, вот это вот металл. Металл. И тут вставляется сам резиновый очиститель стекла. Так, ладно. Давайте это все закроем, чтобы не поломать. Так, ладно, это я уже сделаю за кадром. Вот эта вот часть пластиковая. Вот здесь вот, по-моему, металл. Ну, как бы процентов на 95 уверен, что, скорее всего, металл. Хотя, все может быть. Пощупать я это не могу. А ну. Не знаю. Не знаю, магнита под рукой у меня сейчас нету. Поэтому проверить возможности, скажем так, нет. Ладно, это я сделаю за кадром. Давайте посмотрим, что же здесь. Опять, наверное, где-то какие-то скрепки. Так, померяем, как мы уже делали, длину посылки. Так, вернее, длину коробки. Так, длина коробки 58 сантиметров. Так, давайте вскрывать. Что же внутри? Внутри. Так, внутри опять нам препятствуют скрепки. Но эти уже как-то легче разгинаются. И такие же, нет, легче почему-то. Так, кажется, это уже сноровку приобрел. По разгинанию скрепок ногтями, блин. Порчу свой маникюр. Так, что у нас здесь? Здесь у нас опять Super Magic 10-in-1. Мультиадаптер. Так. Так, так, так. Здесь длина 560 написано. Ну, как бы, в принципе, нормально. Это же у нас длина всей упаковки была. Так. О, ага. Еще один дворник. Ага. Получается, один длиннее, другой короче. Ну, что могу сказать от себя? От себя. Все, по-моему, точно такое же. Смысла вскрывать я не вижу. Тут. Тут вот эта часть, по-моему, пластиковая. Ну, не знаю, блин. Да, по-моему, пластик, наверное, все-таки. Просто хороший, добротный пластик. Да, наверное, все-таки. Наверное, все-таки это пластик. Хотя, секундочку, сейчас я выйду. Где-то монет был под рукой. Есть магнит, не магнитится. Все, ничего не магнитится. Так, а вот эта часть магнитится. Так, однозначно это вот металл, магнит на ней едет. Так, ну давайте посмотрим вот эту часть. Да, и эта часть тоже магнитится. Видите, магнит такой, хоть и старый, но все магнитится. Получается, что мы видим, что сами полозья вот эти металлические, вот эта часть, ну, вот это походу тоже металл, потому что подмагничивается, или возможно из-за полозьев, на которых находится. Ну, честно говоря, так не определить. Если что, задавайте вопросы в комментариях. Попрошу, чтобы мой друг, скажем так, товарищ по работе, ну, ответил на них мне, а я уже в свою очередь отвечу вам. Так, ну что, давайте померяем примерный размер. Так, так получается 48 миллиметров. Так, если
мерить. Вот так вот по изогнутой 49 практически. Так, на 49. Так. 49 сантиметров. Так. В изогнутом состоянии. Я, правда, не знаю, для чего нужно в изогнутом. Это так, я придумал от себя. 63. Ну, 62 с половиной. Да, 62 с половиной. Так, 68 сантиметров их длина. Так, сейчас, секундочку. Чуть-чуть строим. Так, 67. С половиной, наверное. Так, от края, да. Так вот. По периметру или по всей длине 67. Так, ну, в общем, такой вот обзорчик сегодня. Опять же, напоминаю, это дворники стеклоочистители от Ford C-Max со склада в Москве. Стоимость, по-моему, около $12. Очень быстрая доставка. Кому понравилось, ставьте класс, подписывайтесь на канал, буду рад новым подписчикам. До новых встреч, пока-пока.